Люди помнят день, когда упало солнце. Луна заняла небосвод, и свет стал белым. Аскеты вышли из пещер на волоске от смерти. Человек разучился бояться бедствий. Вера спасала не всех посредством. Махинации были заныканы источники огня. Прометей плакал наверху, а на камнях жили чудовища из тени и мрака, плавящие взглядом все живое. Холодная, как хрусталь, луна висела. Море времен просело от непомерного груза. Муза не спасала поэтов. Заплывшие салом в 100 метрах под землей праздновали Армагеддон депутаты. Интернет завис, опустели чаты, молчат начальники, по радио шум. Я пишу эти строки на деревянной доске в бункере. Луна 2020, здесь все умерли. А я живой, назло этим тварям снаружи. Меня не обнаружат, потому что некому уже. На коже синего от недостатка воздуха. А было все просто так, универ, девушка, работа, хотя скверная. Я еще жаловался на жизнь, часто под первым зависал. Забавно вообще, помнишь, клише, жизнь дерьмо, солнце фонарь. Хотя солнца нет и не предвидится, вискарь бы что ли сейчас. Но здесь не держали алкоголя, вспоминаю ночи в Ялте. Луну, но не такое ее помню, а потом никто не знает, что случилось с звездой, чье имя солнце. Я как раз тогда в запой ушел, мой телефон сел. Выхожу на улицу, а там темень, только синее пятно луны, которое не греет. Достал водки и плеер, оделся теплее, ветром с погибшего мира веяло. В переулках Москвы раскрыли свои двери, бомбоубежища. Какие-то твари устроили лежбище возле здания спорткомплекса. Мир застыл, как в комиксах, небо как будто сейчас надломится и окажется на моей голове. Планета перестала терпеть человека, наверное. Индейцы говорили, что когда будет съедено последнее животное и срублено последнее дерево, мы поймем, что деньги нельзя есть. Теперь я этому поверил, человек не губил себя намеренно. Вселенная была изначально беременна апокалипсисом. Но он не начался, если бы мы одумались. Руками холодно писать одну и ту же надпись. Луна 2020, пис вам всем.